В Находкинской епархии прошел городской ученический образовательный форум «Вечные глаголы». Масштабное мероприятие, в котором приняли участие 15 общеобразовательных школ города, прошло в рамках 26-х международных образовательных рождественских чтений. Внести свою лепту, все тайное становится явным, не хлебом единым. Эти фразеологизмы известны многим, но вот не все знают, что эти крылатые выражения взяты из Священного Писания. Я иногда их слышал, но я не думал, что они из Священного Писания. Может указываться как человек или, ну, как путеводитель по жизни. По-разному школьники рассказывали о своем понимании этих устойчивых оборотов речи, но всегда творчески подходили к выполнению задания. В наше время, например, когда мы учились в школе, у нас не было такой возможности, у нас школа никак не соотносилась с православием, с законом Божьим и так далее. Сейчас у детей есть возможность это изучать, есть возможность обращаться к этим источникам. По мнению членов жюри, подобные конкурсы способствуют просвещению и повышению уровня культуры мальчиков и девочек. Я думаю, что для детей это в любом случае полезно. Они обратились к каким-то источникам, возможно, о чем-то услышали впервые. Возможно, какие-то выражения они слышали и раньше, но никогда не придавали значения, о чем они говорят. То есть сейчас они увидели глубинные корни, что эти выражения идут издревле, из глубины веков, и они уже более глубже чувствуют язык, чувствуют происхождение каких-то слов и выражений. Мероприятие очень интересно. Дети молодцы. Ну, все старались, как могли, как поняли, рассказали, представили. В заключение все участники форума получили сертификаты и благодарственные письма. Управление образования Находки выразило готовность к дальнейшему сотрудничеству с епархией.